говорил, что от Слика одни неприятности. Но ведь он мой друг. Друг? Я твой друг. Если ты увязнешь в дерьме, то пеняй потом на своих ребят. Надо иметь свою голову на плечах. Я и пытаюсь. Но мы же их ненавидим, верно? То есть не то, что я сам. Кого? Ты о чем? Я познакомился с одной девушкой. Но? Но она мне нравится, все такое, но она не белая. Живет на Эбстер-авеню. Цветная? Да. Она тебе нравится? Нравится, но я не хочу, чтобы ребята надо мной издевались. Да пошли они к черту. Половина из них или передохнут, или в тюрьме окажутся. Всем на все плевать. Ты ей нравишься, она тебе нравится. И это самое главное. Знаешь, что я тебе скажу? Когда останешься с ней наедине, будешь лежать с ней в постели, ты и она, тебе будет на всех плевать. Делай, что тебе сердце подсказывает. И вот что я тебе еще скажу, прямо сейчас. В жизни можно встретить трех настоящих женщин, не больше. Они рождаются как великие боксеры раз в 10 лет. Рокки Марсиано, Шугар Рэй Робертсон, Джо Луис. Но иногда они приходят все сразу. Мои пришли, когда мне было 16. Такое бывает, что тут поделаешь. Жизнь такая штука. Встречайся с той девчонкой, может, именно она наполнит твою паруса ветром. Может, это она твоя первая женщина. Не упускай свой шанс. Спасибо, Саня, я попробую. А она хоть ничего? Не знаю, только вчера познакомился. Думаю, да. Давай сделаем так. Возьмешь мою машину. Зачем мне твоя машина? А я хочу, чтобы ты произвел впечатление. Возьмешь машину, и пусть она пройдет экзамен. Какой экзамен? Как у Марио? Марио? Да твой Марио псих ненормальный. Нашел кого слушать. Пусть она сдаст мой экзамен на дверцу. А что это значит? Слушай внимательно. Ты подъедешь прямо к ее дому на машине. Прежде чем выйти, запрешь обе двери. Потом поднимаешься к ней, подводишь ее к машине, достаешь ключи из кармана, открываешь для нее правую дверцу, потом она садится, ты закрываешь за ней дверь. Ты обходишь машину сзади, а сам смотришь через заднее стекло. Если она не протянет руку и не отопрет тебе дверцу, чтобы ты сел, то лучше ее бросай. И все? Слушай меня. Если она этого не сделает, не откроет тебе дверцу, ты будешь знать, что она эгоистка. А это только верхушка айсберга. Избавься от нее поскорее. Ясно? А как же насчет того, что ты только что говорил, что надо слушаться своего сердца и так далее, про ветер в парусах? А если она одна та самая? Ерунда все это. Главный экзамен на дверцу. Бросай ее, даже не задумываясь. Бросить? Бросить. Бросить?